В Сергиево-Посадском МФЦ ежедневно принимают около 1000 человек. Центр по принципу одного окна оказывает более 100 государственных и муниципальных услуг. Регистрация брака, рождение ребенка, смена места жительства и многие другие события теперь процедурно проводятся быстро и легко. В многофункциональном центре можно также оформить материнский капитал, загранпаспорт или жилищную субсидию. С 1 февраля 2017 в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 18 ноября этого года в МФЦ будут не только принимать документы, необходимые для оформления паспорта гражданина РФ, но и осуществлять его выдачу. В случае подачи заявления о выдаче замене паспорта гражданину по месту его жительства паспорт оформляется в 10-дневный срок со дня принятия документов. В случае подачи документов о выдаче замене паспорта не по месту жительства, а также в связи с его утратой, похищением, если паспорт выдавался другим территориальным органам внутренних дел Российской Федерации, паспорт оформляется в 30-дневный срок со дня принятия документов. В помещении центра можно также оплатить госпошлину на любую из услуг или получить справку с помощью интернет-портала www.госуслуги.ру. Также здесь возможно подать жалобу на действие или бездействие органов власти.